друзья, тут вот откопали немножко территорию около Политехнического музея, который всем давно известен, и который по официальной версии был построен 150 лет назад. Вот, и скрылось то же самое, что скрылось на здании в Омске. Вот, вот уровень земли современный, вот он. Вот так оно вот типа выглядело раньше, вот, вот так. Вот сейчас я палец поставлю, вот так оно было раньше. А потом что-то случилось, и сняли около 4 метров грунта. И внизу оказались двери, где-где, вот, окна вниз и так далее. Ну, то есть здание на самом деле на 4 метра выше. И эти 4 метра, которые освободили от земли, вот тут как бы копают, они не подвал. Они раньше были первым этажом. Потому что архитектуру подвала таким образом не делают. Вот такая история, прямо в центре Москвы. Спасибо Собянину за раскопки. Не надо даже в Омск ехать, чтобы это посмотреть. В общем, удивительное под ногами, что называется.